Здравствуйте, друзья! Мы с вами ведем репортаж об опенхаузе в небольшом городке Сан-Жозеф в штате Мичиган. Это такой курортный городок, но такой очень американский. Хотя, вот как нам сказал Сергей, блогер местный, он говорит, что здесь, может быть, процентов на 30 жилье дороже, чем, например, там, где он живет, тут 15 минут езды туда больше вглубь, поскольку здесь все-таки город курортный. Свет, мы что-то можем сказать про этот дом перед тем, как мы туда пришли? Тут вам... всего-навсего 3 спальни, 2 туалета. 3 спальни, 2 туалета. 1862 скверфута и 160 тысяч цена. 160. И он уже 80 дней на Зилове, это уже 4. Да, 80 дней. Да, это написано, 80... что цена снижена. Вот тут стоит значок. Да. Может быть, сейчас цена даже меньше. Я хотел вам показать дом недорогой. Вот так, чтобы вы видели, что можно купить, например, продав квартиру где-нибудь там в большом городе российском, украинском и так далее. Это у нас входная дверь. И вот мы, значит... Так, тут ничего нет, поэтому как-то так теряется, может быть, немножко. Ну да, здесь шкафчик стенной. Это понятно при входе. Вообще здесь, конечно, знаете, надо что-то иметь на полу, потому что когда дождь, грязь, и вот мы тут разулись и босиком ходим. Так, ну давайте начнем, пойдем налево. Раз, так зашли. Кухня. Так, кухня. And how old is the building? It was originally built in 71. Okay, okay, very good. Okay. Пойдемте вниз сходим. Так, как-то оно по порядку обхода у меня оказалось тут. Значит, у них такой небольшой отделанный бейсмент. Практически всюду, кроме Калифорнии, где трясет и так далее. И на севере, вот как здесь, и на восточном побережье, это обычное дело. У нас это редкость. То есть у нас мы тоже строили сами такое, но это очень дорогое строительство. Очень-очень дорогое. Ну, я не знаю, насколько тут именно жить можно. Так, окон тут нету. А, нет, есть, есть. Вот такое окошечко есть заросшее. Ну, так оно отделано. Как бы так, как-то тещин уголок такой. Инло, как бы. Это ребята пристроили. А что там внизу было? Ты знаешь, такой отделанный бейсмент. Две комнаты. Ну, посмотри. А, лень, значит, лень. Так, ну что же, они такое пристроили прямо как собор. Даже я не знаю. Свет, какое назначение вот этого, ты считаешь? А? Family room. Это family room? Да. Ничего себе, какую family надо иметь? Ну, она такая приятная. Она очень приятная, диванная. Очень. После дивана мягкий. Вот видишь, из кухни там какие-то... Из кухни окошечко... А сюда загляни. Куда? Сюда. Внутрь? Мама родная. Так, это зеркало. Ку-ку. What are you trying to figure out? Glass? Yeah, that's mirror? Funny. It looks like, you know, you look at this. Oh, okay. What we're listed at today. Okay. Так, это у нас гараж. На две машинки, нормальный, хороший гараж. Такой умывальничек, ему, наверное, лет тут все очень много. Но он 71-го года дом. Ну, очень как-то. То есть он построен в 71-м году. Так, тут вообще интересное хозяйство. Тут, с одной стороны, ванная, конечно, тут надо. Понимаете, получается, что, наверное, дорого ремонтировать, потому что дом сам дешевый, а ремонт был бы дорогим. Так, это спаленка небольшая, туалет. Еще один бедрум.
Мне очень хочется выйти наружу. Ну, давайте я выйду. Я, правда, босиком тут, но... Что не сделаешь, друзья, ради съемки. Так. Вот так. Вот так. Елочки стоят тут. Так. Давайте закрою. Так, что у нас тут еще? Слушайте, 160 тысяч. Земли много. Да. Мужик постарше попался. Риэлтор. Так, все. Советский Союз вспомнил. Начинает выяснять, как мы приехали там всей семьей или там по отдельности. Фронт-ярд очень большой. Вот если вы посмотрите, действительно очень много пространства. Что, Свет, поделись? Так а что делиться-то? Тут как бы, ну не знаю, ну домик такой, этот агент сказал, что его покупают молодые семьи с доходом где-то 50-60 тысяч в год на семью. А или, два... или пожилые люди, которые, например, сюда переезжают из более дорогих штатов? Из более дорогих штатов, да. Ну что, тут климат так себе не очень, сдается этот дом так себе не очень. Снега, я говорю, снега да. много? Он говорит, ну есть, я говорю, ну что, колено, говорю, да, ну вот так, да, да там вот. По ну, пояс. Дело не в этом, но да, вот как-то тут непонятно, чем заниматься, но, а так вообще. Ну тут есть какая-то работа, люди работают. Во всяком ну, случае. Да, вот он сказал, инком на 7-60 тысяч покупает да. дом. Но в среднем он сказал, что цена, средняя цена дома, это около 200 около 200 тысяч, да. тысяч в этой эре, то да. есть немножко повыше. Они, может быть, хотели больше, но он сказал, что они снизили цену. Да, они снизили, да. потому что никто не покупал 4 месяца. Да, тут долго стоит. Ну что, пошли дальше.